окруженная под Сталинградом часть капитана Хренникова держала оборону долго и упорно. По расчетам немцев, у советских солдат уже давно должны были кончиться и боеприпасы, и продовольствие. Однако каждую новую атаку врага бойцы отражали. Им было чем обороняться. Закопченного пожарами сталинградского неба регулярно поступала помощь. Ее несли самолеты У-2. Но не днем, когда снизиться над позициями батальона было немыслимо, а темными ночами. Капитан Хренников сам зажигал в окопах сигнальные огни, и на этот только сверху приметный знак невидимые и неслышные с заглушенными моторами планировали сестрички или ночные ведьмы, как называли немцы летчиц 588-го женского авиаполка. Вниз летели мешки с хлебом, пакеты с лекарствами, патронные коробки, и утром батальону снова было чем встретить фашистов. В большой многолетней войне Советского Союза с Германией маленькому самолету У-2 нашлось свое особое место. В начале 20-х годов у рядового советского обывателя появились поводы для оптимизма. Первая мировая война и ужасы гражданской остались позади. Новая власть, похоже, взялась за ум. После военного коммунизма объявила НЭП – новую экономическую политику. Деловой люд привычно засуетился, а рабочим рукам опять нашлось применение. А молодежь потянулась диковинное общество друзей воздушного флота. Скачок от сахи к летательному аппарату будоражил фантазии. Всего за год, с 23 по 24, в это общество добровольно вступило около миллиона человек. С чего это вдруг большевиков потянуло на романтику? Причина проста. На момент окончания гражданской войны в стране осталось чуть больше 300 самолетов. Это при том, что до революции только годовой выпуск составлял 540. Восстановить производство не удавалось. Инженеры, конструкторы почти все сбежали от большевиков в эмиграцию. Рядовые специалисты разбрелись кто куда. Советской власти досталась в наследство пестрая коллекция британских, французских, немецких аэропланов устаревших моделей. Всем этим Ньюпором, Кадроном, Сопвичем, Форманом, Альбатросом больше подходило ироничное определение «этажерка», чем серьезное обязывающее слово «самолет». Чтобы управлять в воздухе хрупким и капризным сооружением, пилоту требовалось искусство на грани циркового. И все же военные сумели разглядеть в аэроплане его грозные потенциальные возможности. Первая мировая война без авиации еще могла обойтись. В следующих войнах она становилась решающей силой. И Ленин это понимал. В 21-м году личным приказом он создает комиссию по разработке 10-летней программы строительства авиации. Затем объявляет конкурс на лучший истребитель. Конкурс провалился, поступило всего 2 проекта, и оба неудачные. Хочешь, не хочешь, пришлось выпускать по лицензиям самолеты иностранных марок, в основном Ньюпоры и Спакли. В 22-м году у большевиков появилась надежда возродить авиационную промышленность на достойном уровне с помощью Германии. Немцы по условиям Версальского договора не имели права производить оружие на своей территории. Россия любезно давала им площади под заводы и базы, получая взамен часть готовой продукции в виде самолетов, танков и другой военной техники. Тайный братский союз бывших и будущих врагов продлился несколько лет и, безусловно, отразился на состоянии дел в советской авиации. Новая власть нашла подход к тем немногим авиаконструкторам,
что задержались на родине после октября. Их привлекли к разработке отечественных проектов. Так или иначе, чужие или свои самолеты нужны были позарез. В 1922 году молодого, но опытного авиационного инженера Николая Поликарпова назначили руководить конструкторским бюро при заводе ГАЗ-1 под Москвой. Основное задание – проектировать истребитель. Выбор был верен. Уже через несколько лет Поликарпов в своем деле не имел рамок. Он знал, что новых истребителей Красной Армии понадобятся многие тысячи. Знал и то, что за штурвалы надо усадить уже подготовленных пилотов. Курс обучения они должны пройти на самолетах попроще, на этаких летающих школьных парках. Но и здесь вопросов было больше, чем ответов. Начальные навыки пилотирования летчики 20-х годов получали на учебных бипланах У-1, обрусевшем варианте английского Авра-504К. Самолет попал в Россию в 19-м году, был сбит красными военлетами, почти невредимым доставлен на завод «Красный летчик» в Петрограде. Там его изучили и освоили в производстве, заменив дерево непонятных пород на родную сибирскую сосну. Двигатель тоже пришлось ставить свой, ротативный и два с воздушным охлаждением. Существующая методика предписывала начинать обучение с простых рулежек. Чтобы кандидат в пилоты случайно не взлетел, половину обшивки с крыльев снимали. На старых ободранных У-1 курсанты осваивали разбег с подъемом хвоста, развороты. А вдоволь накатавшись, на самолетах поновее поднимались с инструктором в воздух. Вот тут У-1 и поджидали основные неприятности. У-1 был сложен в управлении, любые ошибки неизбежно вели к аварии. Необходимость создания массового учебного самолета с предельно упрощенной техникой пилотирования понималась всеми авиационными специалистами, включая Поликарпова. Еще в 23-м году, не ожидая официального заказа, он начинает работать над проектом. Ясно, что учебная машина должна быть двухместной с двойным управлением, чтобы инструктор мог исправить ошибку курсанта. Ясно, что самолет должен быть простым и дешевым, легко поддаваться ремонту. Максимум поломок приходится как раз на стадию обучения. По схеме это, безусловно, должен быть биплан, вроде недавно построенного разведчика Р-1. Скорость в данном случае ни к чему, а способность парить и маневренность у аппаратов со сдвоенным крылом выше, чем у монопланов. Мало-помалу конструкция вырисовывалась. Когда летом 1926 года Авиатрест приказал срочно приступить к разработке проекта, у Поликарпова все уже было готово. И очень вовремя подоспел конструктор Швецов со своим новым мотором М-11. Это был первый советский авиамотор, неожиданно удачный. По мощности 100 лошадиных сил он как раз подходил учебной машине и с тех пор уже никогда с ней не расставался. А ресурсы, надежность М-11 росли с каждой его модификацией. 7 января 1928 года Михаил Громов, стоя у опытного экземпляра самолета, выслушивал последние наставления конструктора. Днем раньше испытателю пришлось выпрыгивать с парашютом из истребителя. Тот никак не хотел выходить из штопора. Поэтому отношение Громова к новому биплану было откровенно настороженным. Неизвестно, что он еще выкинет. Но в воздухе пилот проникся к машине расположением. Еще ни один аппарат не вел себя так послушно. От полета к полету У-2 раскрывал свои исключительные качества. На нем можно было крутить любой пилотаж. При большом угле атаки и потере скорости самолет опускал нос
и со снижением разгонялся. На большом газу плавно набирал высоту. Он категорически не хотел входить в штопор. Это казалось невероятным. Штопор был бичом авиации. Снился пилотом в кошмарных снах. А У-2 в этот опасный режим загоняли только насильно, по воле летчика. Чтобы выйти из штопора, никакого умения не требовалось. Бросай ручку, и самолет сам перейдет в горизонтальный полет. Это было настолько непривычно, так отличалось от сложившейся практики, что поликарповская машина с самого начала обеспечила себе всеобщее признание и симпатии пилотов. Первое прозвище У-2 – Ванька Встанька. Потом его будут называть кукурузником, старшиной, русфанерой, мулом. Но лучшего, чем Ванька Встанька, прозвища не было. Абсолютно точное определение его летных особенностей. Характерная история произошла через несколько лет с Валерием Чкаловым. Ему подарили персональный У-2, и в силу лихого характера первый пилот страны стал искать на нем приключения. Между двух деревьев, стоящих слишком близко даже для маленького У-2, он пролетел, поставив самолет на ребро. А вот в штопор загнать машину никак не удавалось. Пришлось знаменитому испытателю идти на поклон к рядовому инструктору. Тот объяснил, что к чему, и только тогда Чкалов смог получить полное удовольствие от личного самолета. В 1928 году У-2 на Берлинской авиационной выставке. Нельзя сказать, что его появление там вызвало сенсацию, но газеты и журналы отметили учебный биплан смешанной конструкции как очень интересный. В том же 1928 году на ленинградском заводе «Красный летчик» началось внедрение У-2 в большую серию. Настолько большую, что завершилась она только через четверть века. Еще в ту пору, когда У-2 только сходил с чертежной доски, под новый самолет была разработана и новая методика летного обучения. Составил ее прославленный впоследствии конструктор Сергей Ильюшин. Методика исключала наземные рулежки и до минимума сокращала вывозные полеты с инструктором. Отсюда уже понятна скрытая цель, которой добивалось командование Красной Армии. Поставить производство летчиков на поток, на конвейер. У-2 безоговорочно полностью соответствовал поставленной задаче. Две удачи, мотор и планер, сложились вместе в чудо простоты и совершенства. Конечно, в пределах тогдашних представлений о самолете. У-2 имел прямолинейные рубленые очертания, без всяких скругленных кромок и обтекателей. Крылья, верхние и нижние, ничем друг от друга не отличались. Рули и элероны тоже были взаимозаменяемы. Силовой набор У-2 был выполнен почти целиком из дерева, сосновых реек и фанеры. Обшивка полотняная. Шасси у самолета не убиралось. Капот двигателя открывался и закрывался мгновенно, что очень нравилось механикам. Дальность полета У-2 доходила до 400 километров. Впрочем, для учебного самолета дальность – показатель второстепенный. Только имея в руках такую машину, наладив ее производство многотысячным тиражом, можно было будоражить молодежь лозунгами типа «комсомолец» на самолет. Этот крылатый на вид и на слух романтический призыв прозвучал в 1931 году на 9-м съезде комсомола. В стране не хватало металла, угля, электроэнергии, жилья, дорог. Но самым важным делом партия считала подготовку летчиков. Советский Союз словно поразило массовым авиационным психозом. В 1936 году комсомол поклялся дать Красной Армии 150 тысяч пилотов. Самое удивительное,
Эти призывы и обещания выполнялись. Весь мир, даже вместе взятый, не готовил столько летчиков в такие рекордные сроки, притом в самых неподходящих условиях. Но товарищ Сталин любит своих красных соколов и ничего для них не жалеет. А если серьезно, то уже в 1931-м, задолго до прихода к власти в Германии Гитлера, Сталин готовился к мировой войне. Он собирался начать ее при любых раскладах. И для того запустил в стране невиданный по масштабам авиационный инкубатор. У-2 несли верную службу в десятках летных школ, в сотнях аэроклубов. Молодежь летала с удовольствием. Близкой войной еще не пахло. Девушки питали к пилотам особо теплые чувства. Кожаная амуниция блестела на солнце и поскрипывала. Кстати, и девушки оказались совсем не против делом доказать свое равенство с мужчинами. Страна открыла молодым все дороги. Хочешь – иди в военную летную школу. Хочешь – в гражданскую. Хочешь – в аэроклуб. Все равно потом станешь военным летчиком, или штурманом, или механиком, если нет здоровья летать. Массовое производство летных кадров к середине 30-х годов заработало на полную силу. Очень к месту пришелся У-2 и в другом сталинском начинании – коллективизации сельского хозяйства. Единоличнику ни трактор, ни самолет ни к чему, ни те масштабы. А над гладью колхозных полей есть где развернуться. Скорость и высота нужны как раз минимальные, иначе удобрения или ядохимикаты снесет ветром. С такой работой мог управляться только биплан. Не случайно через добрый десяток лет другой авиаконструктор Олег Антонов повторил неумирающую схему на своей многоцелевой машине Ан-2. И опять получился небесный долгожитель, нужный и полезный самолет. Секрет успеха спаренных крыльев прост. Жесткая и прочная пространственная конструкция позволяет существенно выиграть в весе. При том же размахе, что у моноплана, два крыла дают удвоенную подъемную силу. Короче, там, где скорость большого значения не имеет, биплану всегда найдется место. Отработав сезон от посевной до уборочной, сельский У-2 до новой весны становился трехместным мини-лайнером, обеспечивая контакты колхозного начальства с районным и областным. В 1933 году авиаконструктор Сергей Ильюшин прозорливо заметил: повышать мощность мотора на самолете У-2, как учебном, до 160 лошадиных сил нет особых оснований. Но принимая во внимание, что машина, помимо прямого назначения, будет выполнять еще ряд функций, где полезная нагрузка будет выше, мощность мотора повысить необходимо. Ильюшин словно в воду глядел. Курсант с инструктором в дождь и ветер могут и не вылетать. А для санитарной авиации погода – фактор второстепенный. Горы, тайга, пустыня тоже не имеют права задержать врача на пути к больному. Санитарный вариант самолета С-1 с новым модифицированным двигателем М-11 в системе здравоохранения пришелся весьма кстати. Помимо очевидной прямой пользы, У-2 заодно выполнил и очередной негласный социально-политический заказ партийного руководства. Подчеркнул крепнущую заботу власти о простом советском человеке. С одной стороны, так все и было. Врачи и летчики не жалели усилий, чтобы охватить крылатой скорой помощью медвежьи углы таежных поселений, заоблачные аулы, богом забытые стойбища на немеренных просторах страны Советов. Порой там, в глубинке, не только самолета, паровоза в глаза никто не видел. Полотняный У-2, да еще с доктором на борту, приносил в провинцию реальную надежду на новую, сказочно красивую жизнь. Вместе с тем, подразделения санавиации решали еще одну проблему. В мирных санитарных рейсах отрабатывались приемы и методы вывоза раненых с полей будущих сражений. И надо сказать, что война санавиацию врасплох не застала. В гражданском варианте У-2 мог взять на борт, кроме пилота, только двоих пассажиров или больных.
Военных заказчиков это не устраивало. Пришлось конструкторам отыскать нестандартные решения. На нижнем крыле разместили два дополнительных навесных контейнера. Удобств там внутри, само собой, никаких. От страха в тесном летающем ящике забудешь и о ранении. Но солдату на войне выбирать не приходится. Пока календари год за годом отсчитывали мирное время, авиапромышленность Советского Союза успела построить 13 500 самолетов У-2 разных модификаций. Разлетевшись по российским просторам, они успели многому научиться и всюду пригодиться. Обувшись в поплавки, У-2 легко превращался в гидроплан. По сезону менял колеса на лыжи. Безотказный, как рабочая лошадка, легкий биплан буксировал планеры, поднимал в небо парашютистов, с успехом применялся для рыборазведки, почтовых перевозок, воздушных фоторабот. В лесном хозяйстве его использовали для контрольных облетов, борьбы с пожарами, санитарных обработок. У-2 знала и любила вся страна, как любит работник привычный, ухватистый, плотно сидящий в руке инструмент. Таким же послушным инструментом в своих руках хотел видеть всю авиацию великий кормчий товарищ Сталин. И потому не жалел для любимого детища ни чужих сил, ни народных средств. Использовал всякий повод, чтобы подчеркнуть свою расположенность к людям крылатой профессии. Сердце кровью обливается, когда слышу, что летчика обижают. И летчики в ответ на заботу летали все выше, все дальше, все быстрее. Порой им удавалось почти невозможное. Так было, когда спасали челюскинцев. Западная печать откровенно признавалась, что ни одна страна, кроме Советского Союза, не сумела бы организовать такую масштабную операцию. Нашли и вывезли челюскинцев не дирижабли, не собачьи упряжки, а самолеты. К концу 30-х годов в стране выросло могучее племя пилотов, каждый из которых обязательно начинал путь в небо с простенького У-2. И все же, несмотря на искренние симпатии авиаторов, век У-2 в качестве учебного самолета для военно-воздушных сил близился к концу. Ко второй половине 30-х годов в истребительной авиации уже прочно утвердилась схема моноплана. Скорость настойчиво приближалась к отметке 500 км в час. Пересаживаться с тихоходного У-2 на мощный динамичный истребитель начинающему летчику было затруднительно. Требовался переходной самолет или иной учебный. Совершенству форм тоже стали придавать важное значение. От них зависела скорость. В свете новых тенденций стало вдруг заметно, что У-2 имеет не самые рациональные пропорции. Сдвоенное крыло затрудняет обзор из кабин, доступ в них неудобен, а полезный объем невелик. О всех этих авиационных тонкостях Сталин был прекрасно информирован. Он знал все о каждом самолете советских ВВС. Он поименно помнил всех значительных конструкторов, всех пилотов-испытателей, многих летчиков. И, конечно, ни один воздушный парад без Сталина не обходился. Все новинки, даже толком не облетанные, на этих парадах ему представляли. Зная об отношении вождя к авиации, те, кто был поближе к власти, посещать подобные мероприятия считали необходимым. Если у Сталина возникал какой-то очень специальный вопрос, то рядом с ним всегда хватало консультантов. Одним из них был начинающий конструктор Александр Яковлев. Поначалу Яковлеву, невзирая на высокую поддержку, приходилось нелегко. Чтобы пристроить в серию свои первые, порой откровенно сырые проекты, нужно было хорошо поработать локтями. Но усилия зря не пропадали. Наступило время молодых выдвиженцев.
От старых кадров и в партии, в армии, и в конструкторской среде Сталин решил избавиться. Потому что считал, каждый своим местом под солнцем должен быть обязан лично ему. У Яковлева имелось что предложить взамен У-2 или на худой конец параллельно с У-2. Еще с 27 года он начал проектировать и строить опытные экземпляры многоцелевых АИРов. Аббревиатура намекала на могучего покровителя Яковлева Александра Ивановича Рыкова, видного партийного вождя. С Рыковым Сталин разобрался по-своему, а АИРы, пройдя путь от 1 до 6, меняясь по схеме, преобразовались в рациональный легкий подкосный моноплан с высоким расположением крыла и довольно просторной трехместной кабиной. «Шестерка» стала первым серийным самолетом Яковлева. Их было выпущено около 1000 экземпляров. Еще несколько пробных подходов к проблеме, и в 1936 году Яковлев выходит на схему самолета «АИР-14», в дальнейшем известного как «УТ-1», учебно-тренировочный первый. Самолет небольшой, просто игрушечный. Длина меньше 6 метров. Размах крыла чуть больше 7. Двигатель все тот же М-11. Кабина одноместная, открытая. Каркас – стальные трубы и дерево, обшивка – полотняная. Государственные испытания показали отличную маневренность, хорошее выполнение фигур, удобство обслуживания. Правда, самолет был строг в пилотировании. Но это зачли как достоинство, ведь после него летчику предстояло управлять еще более строгим истребителем И-16, основой боевой авиации Красной Армии. Таким образом, УТ-1 не потеснил У-2, а стал следующим после него этапом в обучении пилотов. Одноместный вариант иного и не предполагал. В 1937 году Яковлев наконец построил самолет, который в качестве учебно-тренировочного стал достойной заменой поликарповской машине. Формы УТ-2 стали строже и изящней, габариты несколько увеличились, зато кабина стала двухместной. НИИ ВВС рекомендовал самолет для первоначального обучения, и его запустили в серию сразу на 5 заводах. Новые, свежие, без единой царапины УТ-2 начали прибывать в летные школы и тут же забили тревогу инструкторы. Самолет попадал в плоский штопор и не хотел из него выбираться. Пришлось дорабатывать уже выпущенные УТ-2 и срочно улучшать конструкцию. В 41-м вышел модифицированный УТ-2М. Про него, как и про старый добрый У-2, можно было сказать: прост в пилотировании, грубые ученические ошибки прощает, в штопор сам не входит, а если ухитришься загнать его в опасный режим, бросай ручку, и он тут же самостоятельно из штопора выйдет. К началу войны УТ-2 полностью заменил заслуженного ветерана У-2 на ниве пилотского всеобуча. Впору было сворачивать производство поликарповских бипланов, но судьба распорядилась иначе. Все проявленные временем недостатки У-2 в один момент обернулись достоинствами. Этот момент наступил в 3:15 утра 22 июня 41 года. Начав войну внезапным ударом, немцы спешили вывести из строя прежде всего советские боевые самолеты. Первый заход Люфтваффе только по аэродромам. Это надолго предопределило дальнейший ход схватки. Сталин готовился к своей наступательной войне.
С ее началом он опоздал всего на несколько дней. У западной границы Советского Союза была сосредоточена лучшая боевая техника, горы военного снаряжения, топливо, боеприпасы. Прикрыть все это с воздуха могла лишь авиация. Но с нее-то Гитлер и начал, уничтожив на земле лучшие, самые боеспособные части советских ВВС. С первого дня войны немцы добились господства в воздухе. Советские части отступали, бросая у границы чуть ли не все, чем вооружала их страна в предвоенные годы. Вооружала, отказывая себе в самом нужном. Это был крах. И спасли Советский Союз только бескрайние его просторы, да неисчислимые людские резервы. Честно говоря, потери в самолетах были не столь катастрофичными, как их потом оценивала советская пропаганда, чтобы оправдать отступление. Да, 3000 боевых машин немцы сожгли на аэродромах и сбили в воздухе за первую неделю войны. Но еще минимум 15 тысяч самых разных самолетов у Сталина оставалось. Это в любом случае втрое больше, чем у немцев на начало войны. У Советского Союза имелось значительное количество и новой техники, и так называемой устаревшей, а также весь парк гражданского воздушного флота. Для войны годилось все, в том числе и полотняный малыш У-2. Во всех регулярных частях Красной Армии У-2 еще в мирное время числились по штату связными и санитарными. В целом набегало не меньше 1000 машин. В первые месяцы войны к ним прибавилось еще 5000 с гражданки. Тех самых, что отлетали свое в летных училищах, тех, что стояли в российской глубинке на заштатных аэроклубовских площадках, тех, что служили в сельском хозяйстве, в санитарной авиации, в пожарных, и еще бог весть где и кем. Теперь безобидные труженики превращались в реальные боевые единицы. Единица была, конечно, не больно грозная. Из вооружения один ШКАС в задней кабине. Таким пулеметом врага не испугаешь, самому бы уцелеть. Но пилоты У-2 на рожон и не лезли. В начале применение У-2 ограничивалось привычными функциями: связь, вывоз раненых, доставка на передовую мелких грузов, лекарств, боеприпасов. Появляться над линией фронта, особенно днем, на У-2 не стоило, он был отличной мишенью, но иногда приказ требовал срочно слетать в окруженную часть. Тут уж приходилось рисковать. В ближнем тылу покоя тоже не было. Немцы, горя желанием внести в победный список очередную жертву, залетали в расположение советских войск и охотились за почти безоружными тихоходами. У-2 можно было сбивать из всех видов стрелкового оружия. От прямого попадания снаряда они рассыпались на куски. Потехи ради немцы иногда ломали крылья У-2 воздушной струей от своих истребителей. Легкий биплан не имел никакой брони, у летчика не было парашюта. Короче, днем над беднягой У-2 можно было издеваться как угодно. Если бы война шла только с утра до вечера, у немцев оставались бы шансы ее выиграть. Но приходила ночь, самое партизанское время. Ночью истребители не летали. Вот тут пилоты У-2 и отыгрывались на фрицах. В заднюю кабину грузили корзины с мелкими бомбами. Много не помещалось, но по 200-300 килограммов за раз У-2 брал без проблем. За ночь по 3-5 раз туда-сюда пилоты оборачивались. А что бомбы мелкие, так не Берлин же ими бомбить. Кстати, потом дошли У-2 и до Берлина. Порой с бомбами возникала напряженка. Выручали народные умельцы, свои же техники, что обслуживали У-2. Их самопальное оружие, мешки с термитом и гранатами, действовало посильнее любых бомб. Выжигало немцев из окопов и блиндажей, как тараканов. Бомбежками передовой не ограничивались. Поджигали эшелоны на станциях, самолеты на аэродромах,
скопление техники на дорогах. Как говорится, око за око, ночь за день. Малая скорость обернулась достоинством. Позволяла бомбить с предельно низкой высоты с невероятной точностью. В 41-м на фоне всеобщего отступления подобная практика применения У-2 еще не была повсеместна. Рождалась она скорее от отчаяния, как инициатива рядовых пилотов. Но время шло, и накопленный стихийный опыт заставил командование Красной Армии пересмотреть отношение к У-2 как к вспомогательному самолету. В начале 42-го он получил новую официальную воинскую профессию – легкий ночной бомбардировщик. Заводские КБ откликнулись на запросы фронта изменением конструкции. Боевая модификация У-2ВС, то есть войсковая серия, имела пулемет на турели, бомбодержатели, установки для 4 реактивных снарядов, бронезащитные сидения для летчика и штурмана. Форсированный мотор М-11Ф дал прибавку скорости на 30 км в час. Заводы выпускали по 15-16 машин в сутки. С главным конструктором самолета Николаем Поликарповым о переделке У-2 в бомбардировщик никто не советовался. Узнав об этом, он не сразу понял, кому и зачем нужно отправлять на верную гибель самолеты вместе с экипажами. Но окончательно добило его известие, что под новый горе-бомбардировщик формируется женский авиационный полк. Не выдержав, Поликарпов набрал номер телефона Марины Росковой, знаменитой летчицы, красного командира и, как он понял, инициатора безумной затеи Су-2. Это же мирный самолет, Марина. Скорость в лучшем случае 150 километров. Идти на нем против мессеров – самоубийство. Овцы против волков. Впрочем, возмущался Поликарпов недолго. Знал, что слово не воробей. Вызвались девчата воевать, назад дороги нет. В полк набрали профессиональных летчиц Аэрофлота, курсанток аэроклубов, частью просто романтичных студенток, вбивших себе в голову, что война без них не обойдется. Познакомившись с материальной частью, многие девушки были разочарованы. «Это же У-2, деревяшка! Мы-то мечтали о настоящих самолетах!» Командир полка Евдокия Бершанская непонятно каким образом сумела превратить шумную женскую вольницу в регулярную часть железной дисциплины. А в скорости славы о боевых делах ее 588-го бомбардировочного, исключительно женского полка уже гремело по всей стране. Успех был заложен в единственно возможной для У-2 тактике – ночной и бесшумной атаки. Двигатели оборудовали шумо- и пламя-глушителями. Самолет стал незаметен, с земли почти не слышен. Для большей верности девушки на своей стороне забирались повыше, выключали двигатели и в абсолютной тишине планировали на немецкий окоп. Ночью даже на войне солдатам положено спать. А немцам приходилось регулярно вскакивать от бомбежки. Девушки отрабатывали ночную смену добросовестно, наведывались в гости по нескольку раз, превращая ночь для немцев в огненный кошмар. Сбросив по тонне, а то и по полторы бомб, симпатичные экипажи отправлялись отсыпаться. Честно заработанное летчицами полка прозвище «Ночные ведьмы» следует считать невольным признанием их заслуг, почти комплиментом.
А утверждение гитлеровцев, что под командой Клавдии Бершанской служат отпетые уголовницы, которых она понабирала в тюрьмах, подлая клевета. Просто были, есть и будут женщины в русских селениях, для которых любая работа впору, в том числе и солдатская. Никак не желая преуменьшить заслуги пилотов-мужчин, все же заметим, совершенно напрасно провожали летчицы завистливыми взглядами стартующие с их общего аэродрома пикирующие бомбардировщики П-2. У этой машины свои заслуги. И все же с двумя моторами по 1000 сил, с 5 огневыми точками, включая пушки и тяжелые пулеметы, П-2 поднимал за раз всего 600-800 килограммов бомб. Даже выполнив 2 полета в день, он обеспечивал такую же производительность, что и У-2. А поделить на все затраты, так еще и меньшую. Впрочем, что тут удивляться? Производительность женского труда в Советском Союзе всегда была выше мужского. Такая уж национальная особенность. Один только женский 588-й, он же потом 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков, совершил за войну 24 тысячи боевых вылетов, сбросил на врага 3 миллиона килограммов бомб. В полку под конец войны оказалось 23 героя Советского Союза, а это звание давали не за красивые глаза. В 1942 году были сформированы 17 воздушных армий, а в их составе 119 полков У-2. О подвигах истребителей на Яках, Лагах, Мигах написаны горы литературы, о бомбардировочной авиации чуть поменьше. Об участии в войне У-2 говорилось всегда вскользь, как о чем-то второстепенном. А они за 1942 год сбросили на немецкие позиции в 2 раза больше бомб, чем все остальные самолеты Красной Армии вместе взятые. Кроме ночных полков, при штабе каждого фронта имелось по 32 связных самолета У-2. При штабе каждой армии по 12, да плюс санитарные, да плюс артиллерийские корректировщики огня. Сложить все вместе — армада. Как раз тот случай, когда количество переходит в качество. Именно в 1942 году у немцев родилось выражение «русская москитная авиация». Это была уже не насмешка вроде «русфанера», а точный военный термин. Москитным флотом называли торпедные катера, малые подводные лодки. Москит от авиации — самолет У-2. Один он не значит ничего. В больших количествах смертельно опасен. Советское командование отмечало успехи своих боевых частей отдельных бойцов наградами-символами, гвардейским званием, медалью на грудь, именным оружием. Практичные немцы относились к войне как к работе и платили солдатам как работникам по принципу «кресты почетно, а деньги нужнее». Так вот, за сбитый У-2 пилот Люфтваффе получал вдвое больше, чем за сбитый советский истребитель. За пилотов У-2, летавших к партизанам, тоже давали хорошие деньги. Но бойкой торговли не вышло. Продавать своих в России, даже временно оккупированной, как-то не принято. Тема У-2 и партизаны вообще неисчерпаема. Полетов в глубокий немецкий тыл за годы войны было выполнено десятки тысяч. Политическая работа с населением, в общем-то, не требовала особых усилий. Живой летчик был лучшим подтверждением, что Красная Армия не сдается. Газеты, оружие, медикаменты лишними на войне не бывают. У тяжело раненых появлялась надежда очутиться в госпитале.
Особой страницей вошла в историю войны операция «Дети». Их вывезли из партизанских лагерей несколько тысяч. Тех, что прибились к отрядам, оставшись без родителей, тех, кого немцы готовили для отправки в Германию, да и собственных детей партизаны отсылали от греха подальше. Кто знал, что будет завтра? Немцы открыли ночную охоту на ненавистный У-2. Но и это было практически безнадежным делом. Летать так же низко они не могли, а разглядеть сверху в темноте на фоне земли темный самолет можно разве что в инфракрасный прицел. Его тогда, по счастью, еще не придумали. Конечно, У-2 сбивали. Высвечивали их в темноте прожекторным лучом и прицельно расстреливали из зениток. Доставали пущенные из окопа наугад очереди. Они разбивались, цепляясь за пни на партизанских полянах. Садились на ложные аэродромы, доверившись свету разложенных немцами сигнальных костров. У-2 ломали крылья и колесные стойки, взлетая с площадок, которые только война вынуждала называть взлетно-посадочными полосами. Отчасти выручала пилотская выучка. На У-2 летали большей частью бывшие аэрофлотовцы с хорошей довоенной практикой, не чета скороспелым трехмесячным выпускникам летных училищ последних лет. Часто помогала выполнять задания нелетная погода, нелетные для истребителей, а У-2 и в туман, и в снегопад вылетали, куда прикажут, и шли на бреющем, прикидывая курс по наземным ориентирам. Полки легких бомбардировщиков прославили себя под Сталинградом, где их с уважением называли «королевской авиацией». Знаменитая панорама разрушенного Великой битвой города сделана с борта самолета У-2. Легкие ночные бомбардировщики поддерживали советские части в ходе Керченской десантной операции в боях за Крым и Кавказ. Здесь вновь отличились летчицы женского 46-го авиаполка Евдокии Бершанской. Порой только благодаря ночным и отчаянным дневным рейдам У-2 могли удерживать захваченные плацдармы десантные части Красной Армии. Полк стал гвардейским и кроме номера имел теперь и почетное название «Таманский». Ну, а у немцев ночные ведьмы по-прежнему симпатии не вызывали. В 1944 году от тяжелой болезни умер Николай Николаевич Поликарпов. Создателю славного самолетика У-2 выпала не самая простая судьба. В благодарность за удачные проекты в 1929 году Поликарпова упрятали за решетку. В паре с другим известным авиаконструктором Дмитрием Григоровичем он стал основоположником нового тюремного метода создания самолетов. В первой закрытой шараге НКВД ими построен истребитель И-5, выполнен ряд других проектов. С 1931 года опять на воле. Работа, командировки на Запад, знакомство с достижениями ведущих авиационных держав мира. Поликарпову приходит прочная слава короля истребителей. В свободные часы он с удовольствием летает на персональном У-2. В конце 30-х новая волна репрессий.
Создатели советской авиации из конструкторских бюро переселяются в лагерные бараки. Поликарпова вторично не посадили, видно, зачли ему былой срок. Но он практически отстранен от дела. Одному из лучших авиаконструкторов 20 века сталинский режим не позволил реализовать и половины его замыслов. У-2 довоевали ту войну достойно. Полки ночных бомбардировщиков поработали в небе Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии. У-2 сбрасывали продукты и боеприпасы бойцам Народной польской армии в дни Варшавского восстания. Неутомимые бипланы летали на разведку над Восточной Пруссией, а в ходе Берлинской операции связные самолеты садились прямо на улице столицы побежденного рейха. Война основательно прошлась по парку небесных тихоходов. Их непрерывное производство в эти годы в лучшем случае лишь восполняло потери. Уволенные из армии в запас бипланы продолжили летную жизнь под новым именем По-2, по начальным буквам фамилии создателя. Летным училищем они оказались уже ни к чему. Курсанты постигали искусство полета на достигших совершенства самолетах Яковлева. Тем не менее, и речи не было о том, чтобы свернуть выпуск проверенных временем машин. Крайне простая и дешевая конструкция позволяла без особых экономических затрат закрыть в народном хозяйстве проблему легкомоторной авиации. По-2 возил врачей и министров, суточных цыплят и рыбьих мальков, кинооператоров и инкассаторов. По-2 выпускали на авиазаводах до 1953 года. А потом еще лет 5 полулегально строили на ремонтных базах Аэрофлота. Общая цифра выпуска – 33 тысячи экземпляров. Абсолютный рекорд в своем классе. А летали они без малого полстолетия. Не так уж много найдется в мире конструкций, готовых потягаться с По-2 долгожительством. Многие страны соцлагеря наладили производство бипланов на своих заводах. Китаю, где авиационной промышленности не было, Советский Союз по-братски подарил полк ночных бомбардировщиков По-2. Когда в 1951 году развернулась война в Корее, американцы были шокированы простодушной наглостью китайских летчиков. На архаичных этажерках те бомбили аэродромы, порты, склады горючего, автоколонны. Низколетящие цели радарами не фиксировались. Истребители-перехватчики в атаке на них промахивались. Скорость под 1000 километров трудно соизмерить с черепашьим ходом биплана. В Корейской войне история в чем-то повторилась, правда, уже не с таким эффектом и не в тех масштабах. Про довоенный У-2, послевоенный По-2 ни один летчик никогда не сказал худого слова. Хотя видом да комфортом с иными самолетами сравниться он уже не мог. Зато все свои недостатки он перекрывал одним единственным качеством. Попасть на нем в аварию надо было еще очень ухитриться. С этим он и вошел в историю, как первый и лучший самолет авиации общего назначения в Советском Союзе. А если поглядеть на дело в мировом масштабе, то можно сказать и так. По-2 достоин исключительного, законного места в числе легендарных самолетов 20 века.
Yeah.